И всем привет, сегодня расскажу про как начать торговать на фьючерсах в Gate.io. А перед этим роликом хочу тебе посоветовать перейти по ссылочке в описании на плейлист, там более 100 роликов про Gate.io, они все полезные и интересные. А также напомню про нашу команду в конкурсе от Gate.io на 5 миллионов долларов по торговле фьючерсами, там ты можешь присоединиться к нам и начать торговать. Конечно же, ссылочка в описании. А чтобы начать торговать, тебе надо зарегистрироваться на Gate.io. Это можно сделать по ссылочке в описании. Там ты получишь торговые скидки на комиссии. После регистрации тебе надо пополнить баланс. Пополнение баланса есть очень много способов. Через другую биржу, через другой криптокошелек, через BestChange. А также на самом Gate.io можно купить крипту через карту. Вот я вам показываю, вот тут вот можно выбрать фиат и что мы хотим получить: эфириум, биткоин, USDT и многое другое. Думаю, с пополнением баланса не будет ни у кого проблем. А ну если у тебя появились проблемы по пополнению, у нас есть ролик, как пополнить баланс в Gate.io, он будет в плейлисте про Gate.io. А после того, как мы пополнили баланс, мы нажимаем кошелек, управление фондами и нажимаем на перевод. После выбираем спот-счет на бессрочный фьючерсный счет. Выбираем биткоин или USDT, или USD. Пишем сумму, ну и все. Теперь у нас деньги на фьючерсном счете. И мы можем начать торговать на фьючерсах. Но перед этим мне надо рассказать, что фьючерсы — это все-таки опасная тема. Ведь ты можешь потерять свой баланс за одну сделку. Да, ты можешь поставить огромное плечо, и тебе может повезти, и ты заработаешь x10, x20 или 100. Но также риски растут. Часто торговать на фьючерсах я тебе не советую, и вообще не надо такое. Лучше заходить, когда ты уверен, что цена сейчас вырастет или упадет. Если ты будешь часто торговать на фьючерсах и часто терять деньги, ты просто расшатаешь себе психику и будешь нервным. Когда ты торгуешь фьючерсами, тебе нужно сохранять хладнокровие, ведь крипта очень волатильна и ты можешь потерять деньги за считанные минуты. И думаю, каждый понимает, на что он идет, на какие риски он идет. Про риски фьючерсов я вам рассказал, теперь нажимаем торговля, маржа, после выбираем вот тут вот снизу кросс, маржа 3x, изолированная маржа 10x, контракты 100x, токены с кредитным плечом, 3x, лонг или шорт, ну выбираем то, что нам нужно и какую монету. И после пишем сумму, на которую хотим торговать. Ну и все, ты начал торговать на фьючерсах. Начать очень просто, но надо правильно анализировать рынок. Найти отличный момент, чтобы зайти, чтобы не потерять деньги, все деньги. И не ставить огромные плечи. 2-3 икс, я думаю, это максимум. Но ставить 10, 100 или больше — это бессмысленно и очень рискованно. Конечно, у больших плеч есть смысл, чтобы заработать на одной сделке очень много, но это очень рискованно. Перед этим, пожалуйста, подумайте несколько раз или больше, лучше день. И только после этого начинайте торговать на фьючерсах. И я вам напомню про конкурс на 5 миллионов долларов от Gate.io по торговле фьючерсом. Ты можешь присоединиться к нашей команде по ссылочке в описании и торговать с нами, но там можно и торговать в одиночку, выбирая свою стратегию. И сам по себе там тоже очень большой приз, около 2 миллионов долларов. И там сейчас проходит очень интересная вещь: если ты торгуешь футбольными токенами, то твой бюджет может увеличиться в 1 или 2 раза, потому что сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Про этот конкурс по фьючерсам на 5 миллионов долларов я рассказал в предыдущем ролике. Ты можешь найти его в плейлисте Gate.io. И там я подробно очень рассказал про все плюшки, про конкурсы, можно сказать. Переходи и смотри. Все ссылки будут в описании на телеграм-канал Ростиксона, на нашу команду по фьючерсам и на сам Gate.io, по которому, если ты зарегистрируешься, ты получишь торговые скидки. Всем спасибо
и пока.